Сегодня 11 февраля 2018 года, город Барнаул, озеро Пионерское, незамерзающая прорубь. Температура окружающего воздуха 9 градусов, температура воды 0 плюс 1. Длина дорожки 25 метров. Что ты сказал у тебя? Ты мне скажешь, я говорю, я руку
Лен, что за бюстгальтер у тебя? У него пульсар. Понятно. Ой. А, видно, что брат. Пошел в эту сторону. Получилось, да? Естественно, чудно. Ну, мы так посмотрим. Просто так вот приходит, в баню потом вот туда или как, или в баню его 100 рублей. Ну, а там у нас всегда тут кто-то ходит под ней, да? Планируется или нет, то есть
потом еще, когда вода еще ледяная будет, она уже взять. Ну а вообще вот так вот это как какое-то надо заказывать, постепенно начинать питаться еще. Вообще у каждого все индивидуально, на что организм способен. Ну, в принципе, да, некоторые начинают постепенно. Ой, это понимаете. Я первый раз пришла, когда были соревнования, прокула 25 метров. Через 2 недели пришла, еще 2 раза по 25 прокула. Так тянулось. На 10-й раз я уже не так 500 стопула. Кто-то ходит просто от меня. Нет, вроде бы, чтобы плавать. Чтобы плавать, тело же все равно как-то сливает. То есть сначала вы даже не заметите, да, будет на полотенце. Нет, говорит, это понятно. А когда плывет, то за вот даже когда 25, это все равно плывет, да? Он не плывет. Руки не имеют, пальцы не чувствуют. Есть три рубежа, которые будут. Первый, выходишь, шок. Начинает сопротивляться, и даже больно. У меня как раз сердце чуть не выскочило, 40 градусов вернулось. Такие ощущения, что... Если переждать, ты сидеть, там, переплавать. Не подскажете, уже на рекорд плавать? Просто переждать, плавать, где-то. Сколько нет? Нет, это тоже можно успокоить. Ага. А где здесь вот прихожие раздеваться? Где? Вот некоторые просто, которые приезжают, окунутся, они прямо вот в этой кабинке на берегу раздеваются, окунаются, обратно одеваются и приезжают. Если в бане, то в деле, то в том, что да, с тобой вот вообще вот... Если вы ненадолго не идете, у вас не успеют, они не успеют, и ну и одежда тоже, понятно, не нужно ту, которая легко идет, а потом не знает. Чтобы ничего не выстрелить, не выделить. Ну или там что-то подержать, да, прыгать, да, ванну, там что-то с коварным, с холодным. Но в принципе, когда выходишь из воды, ощущение здесь, на улице, давай такое понимание. Главное нас будет, чтобы не высоко. Ну я знаю, что 40 градусов сланцы и побежала там все спальня где-то наверху. Кое-как отрывала. Здоровья.